Здравия всем, я Елена Дерегетти. Вы находитесь на канале Марка Елена Дерегетти. Вопрос. Еду в Швейцарию в гости к подруге. И, значит, посоветуйте, что привезти швейцарцам в подарок. Ну, еще тоже была такая тема. Люди задавали, что Марка нравится кушать. То есть, что я ему готовлю? Готовлю в основном итальянскую кухню. И возьмем из русского, что ему нравится. Ему нравится плов. Но так, чтобы он его каждый день ел, такого нету. И это вот один раз можно там разогреть, если что-то осталось, и вот тогда только скушать. Один раз. Супы, борщи и щи. Один раз мы скушаем свежий, сваренный, разогретый мы кушать уже не будем. То есть не я, это не про меня, это я говорю мы. Мы, то есть Марка. Марка разогретый уже суп, щи, не ест. И борщ в том числе. Нравится ему харчо. Вот понравилось ему харчо. Ну, вот из всех вот этих первых блюд он предпочитает харчо. Так, что у нас там еще, что ему нравится? Из салат. Салат мимоза. И, кстати, вот от мимоза они тут все в восторге. Аж пришлось записать на итальянском языке этот рецепт. И что привезти не итальянцам, а швейцарцам? Ну, во-первых, я не знаю, в какую она зону едет, в немецкую, либо во французскую, либо в итальянскую. Я не знаю, что там нравится кому, что. Что я привозила? Опять что? Ничего. Что я привозила? Надо себя поправлять. Что я привозила? Я привозила пуховый, не платок, а шаль. Такой как бы шарф. Ну, такой широкий. Палантин. Из белого пуха. Вот там в Волгоградской области это очень даже развито. Потом есть не только Волгоградская, там еще какие-то козы есть вот где-то. В Оренбурге, оренбургские пуховые платки там тоже. Ну, можно найти такой. Ну, вот я говорю, я привозила, и потом мне просили, чтобы я еще... Это вот мы с Марко привозили, а потом мы просили, чтобы нам выслали. Вот так я ездила, ну, чтобы прям подарки вот не привозила, да. Так, что еще привозила? Ну, вот можно привезти баночку красной икры. Они здесь уважают такой продукт. Не могу сказать, что все в восторге. У меня Марка сможет съесть один бутерброд, вот прям вот такусенький, манюсенький. Он вообще не рыбный. Он ест только вот тонна, тунец в масле. Тунец натуральный уже есть не будет. Единственную рыбу, что он ест. Идем дальше. Матрешку. Ну, опять же таки, не такую вот манюсенькую какую-нибудь. Но если брать, так уж прям такую хорошую, шикарную матрешку. Классическую. Не то, что там вот... Что-то не очень. Ну, классическую большую матрешку. Ну, а так что еще? Нужно все это смотреть. Опять же таки, какой вкус у этих людей. Может быть, им там какой-нибудь жесткий поднос подойдет к интерьеру. Может быть, у них шале. И там какие-то вот есть утварь интересная. И прям такой подносик прям очень даже неплохо подойдет. Опять же таки, вот подарок. Сколько стоит этот подарок? У всех разные вкусы, у всех разные возможности. Ну, нужно что-то такое привезти, вот, я не знаю, чтобы уж народ, как говорится, не выкинул. Такие тоже моменты могут быть. То есть, ну вот я сказала, больше вообще на ум ничего не приходит. Все остальное здесь, ну, вроде как и есть. Также вот и в магазинах все здесь есть. И что у нас? Ну, дымковскую игрушку, ну, прям совсем ни к чему.
Это вот что-то, если кто-то, туристы поедут там именно вот в этом месте, увидят и купят. А так он не видел этого места, привозила шкатулочки, вот расписанные там стройкой. Это я, когда в Италии жила, я привозила для Рождества вот моим таким вот близким знакомым. Деревянные, но они как-то, они даже не, по-моему, не сами деревянные, а как-то там вот прессуют картон, потом как-то там много делают, они что-то прям дорогие у нас, помню, были. Но есть подделки, можно так интересно сделать. Ну вот, сказала про то, что Марко любит, стал со мной кушать он фрукты. Больше салата, а так раньше он как-то вот пасты наварит, прекрасно себя чувствует. Ну, я салат все время, раз в день салат это обязательно. Вот, и побольше. Ну, он говорит, много все время делаешь, масла мало льешь. Я говорю, это там достаточно, ну вот, чтобы не это. Очень все достаточно. Ну, я люблю крепко-соленое и себе досаливаю. Вот. Ну все, вроде все сказала. Кому понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Здоровья и удачи всем!